Я еще помню жизнь до войны. Помню, что когда-то мы были другими. Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океаны. Мы подчинили себе небеса. Нас было 7 миллиардов. Мы не были предназначены для жизни в пещерах. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Все миллиарды сгинули в последней войне. От них осталось всего 50 тысяч человек, укрывшихся под землей, поверхность которой была отравлена, сожжена и кишела чудовищами. Может быть, радиация наверху когда-нибудь ослабеет. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться туда. По крайней мере, мои названные братья, бойцы нашего ордена, в это верят. В общем, надеяться нам сразу было не на что. Но мы, люди, просто не умеем сдаваться. И не сдались. А собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Ведь эти туннели вполне могли оказаться последним пригодным для жизни местом на Земле. Какое-то время нам казалось, что все получится. Но, к сожалению, война не убила наших старых привычек. Во тьме туннелей наши пороки разрастались, как плесень. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Но я помню, что мы были рождены для другой жизни и не согласен умирать под землей. Пусть меня считают идиотом. Но если остался еще хоть осколок того старого мира наверху, я должен его найти. Между годами серого существования и мигом надежды я выбираю надежду. Я должен поймать сигнал. Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Они в московском метро в последней войне. Мы одни.
Держись!
Возвращаются. Всем внимание! Нашелся герой. Чего тебе надо, начальник? Ночь на станции. Но врачам я сказал... Понял, открывай тогда! Вперед! Площадь! Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артём тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Эй, а ну отстаньте от него! Сам убил из рогат... Брось, Дамир, пусть учится защищаться. В метро слабакам не выжить. Охрана, подъем! Держись, Тёма, сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран. Сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из ордена ушел ради этого. И я тебе... Да понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно... Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Молодцы все же спартанцы. Артему выручили. Да, молодцы. Здоровики и такие. Честно говоря, уж и не помню, когда таких видел. Да уж. Только вот на поверхность слишком часто ходят. Рискуют. Ну, а что им остается? Служба такая. Служба службы, но если они так и дальше будут... Дядя Артём, а я вам верю. А вы возьмите меня с собой. Можно пожалуйста, когда найдете, где... Да сколько угодно. Вон сколько лет сидит. Аня, я уже 100 раз говорил, немедленно возвращайся в поле. О, какие люди! Артём, здоров как бык! Ну ты, брат, князь, конечно, помните. Дал! Тёмыч, как ты, дорогой! Вижу, жив, бродяга! Пардон, ну сейчас устроим пир! Артёмыч, ещё пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже! Как там госпитальные сестрички? Ну ты да как сижу! Да хватит вам, оставьте парня в покое! Брат. С возвращением, Артём! А,
Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! О, сейчас устроим! А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только, плиз, не как в прошлый раз. Держись, Артём! Тишина. Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Да еще эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Ну-ка, смени фильтр. Мало в больнице лежал? Ох, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой ганзой зоне? Ты тут все руины уже облазил? Давай сюда. Может, все же вернешься в Орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира. Со своей кухней. И душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Осторожней. Выдержала и ладно. Самое худшее, пожалуй, позади. Чёрт! Слышал? Фонарь потуши. Черт, высоко. Слушай, Артём,
Закинь меня наверх. Наши из Ордена. Наверное, тоже за поездом гонятся. Артём, давай к ним.